Сегодня заман декабрьнан гигерам бара храмашгальнан бин учиз доксан экенджи куна студия да слерна меншев кетамат улаев селям лаем. Храмнан юхара рус махкемесы Мемед Билялов, Тимур Ибрагимов вес Иран Салиев на келеджек сене мартнан докузна хадар апсте халдырды. Кеченлер ижгальджилер Марлен Сулейман Асанов, Сервер Зекириев, Эрнес Аметовнан шикеетлерна баха поламады, чунки Киев район махкемесы давана бахканы баха тержиман ярдымынен кулланмага имкан бермеген. Мабуслерна хизбутах ригеля касы бардеп терроризм дехаба атлайлар. Мабуслернан яхынлары махкеме насыл олгана аккында айты бердилер. И не могу найти слова, которые сказать. Ну, неправильно, конечно, наши чиновники неправильно поступают, что даже не могут нас пустить даже на зал заседания для того, чтобы мы хоть послушали своих детей и послушали, чем их обвиняют. Идиотизм со стороны правовых структур. Как так? Объявить суд и не пустить родителей, родных, чтобы убедиться, в чем виновны наши дети. Какая их вина? Махкеме қапалы шекілді өткерілді, қол тұтмаға келгенлер қарар шығарылғанына азбарда бекледілер. Суд объявили закрытым, и поэтому сейчас все те, которые, в том числе и родственники, пришли поддержать своих родных, мерзнут на улице. Я считаю, это издевательство над нами. И также издевательство над этими подсудимыми. Группа поддержка келдик. Чок ерлерден, чок районнардан. Лякин бізлерін жібермедилер. Айтылар дедилер, судья вынес решение, что суд будет в закрытом режиме. Но мы все написали жалобы, оставили. Как будет рассматриваться, не знаем. Мы возмущены, мы считаем, біздің балалар террорист деген, террорист. Улар Озлера террорист. Нашел бизнес-баллар могут быть террористы и из-за этого в закрытом режиме не имеют права, мы считаем, что проводить такое заседание в закрытом режиме. Кене 10 бин рубле пара жезасы Карасу базарда ижгальджилер махкемесы бір кишілік наразылықта иштырак еткен дайка инсанның давасы бойынша бойле қарар чықарды. Дабыр отырыш ярын Ахмеджетте өткерілежек. Мемури давалар декабрынан 18-інде бақылажақ еді, лекен махкеме еті шыттырмеді. Ал азырда 74 дава бақылды. Бір кишілік наразылықларынан иштыракшилерінден еч бірісі ақыланмады. Пара жезалары 10 бинден 15 бинге қадар олды. Бу афта бір кишілік наразылықларынан иштыракшилеріне берілген пара жезаларынан миқдары 720 рублей етті. Как и ранее, 18 числа судья вынес решение, признав вину наших доверителей, это Нанишвили и Бавбекова, и назначил им штраф в размере 10 тысяч рублей. Хастахане еріне бір кішілік апысодасы Асан Чапух СИЗОда микроинсультқа ұғырағаны бақмадан оны хастаханеге алып кетмек еріне бір кішілік апысодасына ташылағанлар о екінші кере ачылық ілян етті. Бұны милли әрекет іштіракші Заир Смидляев білдіре. Асан Чапух түрік ватандашындан бойк миқдарда пара талап етуде шекленіп яқаланған еді. О ачылық гревіні башылатты. Адвокатлар Европа инсан ақлары махкемесіне мұражат етеджек. Веджи Кашканын оғлове торыны Қырымдаки ижгалжи тақат идаресіне чақырылды. Бұны Қырым инсан ақлары бақ группасының координатор Абдурисе Джипаров білдірді. Веджи Кашканын туғанлары имайджесіз танықлық бермеге разы олмадылар. Түрк ватандашындан бойк миқдарда пара талап етуф давасы чертшевесінде Асан Чапух, Бекер Дегерменджи, Руслан Трубач ве Кязим Аметов яқыланған еді. Оларына Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджи Кашканын риджасына сесленіп ярдым етежек олдылар. Юсуф Айтан Кашканын торында борч алып қайтармаға істемеген. ФСБ Ахмеджетте инсанларыны яқылағанда Веджи Кашқа ярамаған еді. Тиби арды машинасында есе о вефат етті. Они не совсем были готовы к допросу. Поясни, что в самом деле они себя еще чувствуют не совсем хорошо. Там недавно похоронили мать. Они, ссылаясь на 51-ю конституцию РФ, в общем-то ограничились в общении с следователем. И закончилось тем, что им дали время 2-3 дня, чтобы те подыскали адвокатов. Мы спросили о том, как вообще появился в этой семье Юсуф Айтан, как это все было, эти все обстоятельства. Но опять же, ребята говорили так аккуратно, чтобы, как, по крайней мере, себе не навредить.
Киевде дегерменчилер хорантасылан бірдемлік ақшам олып кечті. Бекер дегерменче ве оғлы Мустафа ишгалчилер тарафындан қанунсыз апыске алынды. Мустафа дегерменче 2015 сенесі майысынан едісінде яқыланып, қалабалықларда іштірак етмесінде қабатланған еді. Бір ай белісі бабасы Бекер дегерменче де тұтылды. Оны пара талап етіп онды қабатлайлар. Курышев ақында мұхбіріміз Эльвина Сейтбулаева тәфсілатлы жатариф ете. Башта оғыл, соңыра бабасы. Ишгал етілген қарымдақы репрессиялар қоранталарға зарар кетірем. Мустафа дегерменче 2015 сенесі майысының 7-сінде қаланып, 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламенті оғынде Украина топырақ бұтынлігіне қол тұтып митингінде олған қалабалықларда іштірак етмесінде қабатланғаныда. Бұ сене барде мобюз эвап сене ұштырылды. Ләкен бір ай әвелсі дегерменчелер әйелесіне дабыр белі келді. Бабалары Бекер дегерменче тұтылды. Қызы дейке бұтын Қырым татар халқына басқа япыла. Когда это все произошло, когда арестовали нашего моего брата, я думала, они на этом остановятся. Когда его отпустили под домашний арест, мы все-таки надеялись, что это закончится. И эта боль, это, будем так говорить, трагедия, она миновала нашу семью. Но, как оказалось, России мало моего брата, и они решили арестовать еще и моего отца. Дегерменчелер әйелесінен бірдемлік ақшамына бұрқачуын қырымлы велі қайту олмаған Киев сәкенлері келді. Кремльнің сабық әсірлері Эльмюмер Фиахтымчи Гозде бар әділер. Қайд етілеке, дегерменчелер әйелесінен мақкеме отырушыларында таныш олдылар. Бекер дегерменче Асан Чапух, Язимаметов и Руслан Трубачнин берабер оларға қол тұтмаға келе әділер. Шымды есе өзлері бұрдаваның мобюслері ола. Все вот эти четыре человека и плюс Веджи, та, которая умерла, они были очень активными. Активность, нелояльность нынешней власти не нравится настолько, что они готовы идти на любые провокации, вплоть до убийств. Чтобы мир не воспринимал это, что это происходит где-то там в Крыму. Вчера приняли эту резолюцию, сегодня уже первые лица прокомментировали нашего государства. Я убежден, что именно вот такие методы хотя бы заставят остановить этот террор. Скайп үзерінден Қырымдан адвокат Эдем Семедляев и Бекер дегерменченің номер архадаша Алия ханым қошылдылар. Қадынның қайд еткеніне көре ақайы астма хастасы ве үшінші группа сақатыдыр. СИЗОда оның алы феналашты. Декабрьның 14-ін кечергеже сесе Бекер дегерменче реанимацияға тұшты. Екемлер оны Ильяч вастасынен юхлатқан әділер. Мне пришлось побеседовать с врачом. В общем, сказали, что он очень слабый. Ему продолжают делать уколы. Вот. Но так как в пульмонологии нет мест, он находится в коридоре. Я подал в Европейский суд по правам человека заявление по правилу 39 для того, чтобы приняли экстренные меры. Вчера мне пришло оттуда письмо, что мое заявление принято и находится на рассмотрении. Я надеялся, что сегодня будет какой-то результат, ответ. Но пока по данному заявлению также реакции мы, по крайней мере, не знаем. Даже если, может быть, по данному заявлению нам откажут, но хотя бы правительство Российской Федерации будет в курсе, что уже данная ситуация находится на контроле в Европейском суде. Мустафа дегерменче эвапсынде олса да басқа алтында қала. Буақта Қырым татарларының лидері Мустафа Чемилев тариф етті. Мобюсіна алдата ФСБ еле ешбірлігі япмасына қандырмаға тұрыштылар. Муфти мусульман Крыма, который говорил проповеди, поучал нас к чему-то, оказался подонком, стукачом. Приходит Мустафа дегерменче и говорит: вот дай показания против Ахтема Чайкоза, и я посодействую там в ФСБ, чтобы тебя освободили. А вот рядовые люди, которые незаметны, вот яркость, плыва такое, вот, мужество, гражданственность, порядочность. Бекир дегерменче выступал на международных площадках, рассказывал о ситуации в Крыму. Оккупанты первым делом пытаются изолировать активных людей от любых возможностей, чтобы они не доводили правду до других.
Бірдемлік ақшамына тешкілеткенлер, дегерменшілер қорантасына қол тұтмаға шақырды. Мадди ярдым топланмасы Елена тілді. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Бұсат қазір олған соңки хабермызы депіңізге қайырлақшамлар тілейін ве дайма АТР-ле олынас қорышкенже.